Друзья, всем привет! С вами канал Grand Exam, меня зовут Арсений Филин. На этом канале мы с вами обычно говорим обо всем, что связано с ЕГЭ и с поступлением в ВУЗ. Сегодня тоже будем разбираться с поступлением этого года. Буквально в начале месяца у нас с вами были внесены опять новые поправки. Теперь уже со стороны правительства. Мы теперь знаем, что у нас есть возможность поступать полностью дистанционно, как это было прошлые два года, но так да не так. Мы ждали эти изменения, нам много намекали министры там и все остальные, что можно будет поступать полностью онлайн, но не всегда, но в зависимости от того, как вы подадите свои документы. Поэтому ролик важный, важно понять, как мы подаем документы, чтобы иметь возможность полностью поступить дистанционно, соответственно, приехать в ВУЗ только уже на момент, когда нужно будет учиться. И главное иметь возможность подавать документы в несколько городов, там, если кто-то хочет и в Москву попробовать, и в Питер, там, и в родной город, и в столицу куда-то. И почему вузы так не хотят, чтобы вы подавали документы через госуслуги, соответственно, с возможностью полностью дистанционного поступления. Ролик важный, подводных камней много. Ролик подразумевает, что вы знаете основные принципы поступления. Да? Если у вас сейчас состояние серии «Во, проходной балл написан на сайте вуза такой, значит, я точно пройду, потому что у меня по ЕГЭ больше». Ну, если вы так воспринимаете проходной балл, тогда вам лучше, конечно, чуть-чуть посмотреть другие ролики на канале. Это ролик для тех, кто понимает, что проходной балл — это проходной балл прошлого года, а проходной балл нынешнего года будет уже известен тогда, когда все поступят и когда он будет никому не нужен уже. Поговорили мы обо всех нововведениях с Катей Александровой. Катю вы, наверное, уже хорошо знаете. Катя — эксперт по поступлению, работает в проекте «Вузлайн». Катя, по-моему, один из лучших экспертов, в принципе, по этим вопросам в стране, на мой взгляд. Она постоянно читает всю новую нормативку, постоянно пытается понять, что там разъясняет Минобор по поводу вот этих всех новых поправок и так далее. К Кате можно записаться на личную консультацию, если вы не понимаете вообще, что происходит, и вам нужна какая-то помощь с этими всеми вещами. Ссылочку на проект ВУЗлайн, где работает Катя, где можно записаться на консультацию, я в описании оставлю. Кроме того, у ВУЗлайна есть бесплатное приложение для поступающих, для абитуриентов, где, во-первых, собрано максимальное количество информации о вузах, помимо проходных баллов прошлых лет, собраны еще и средние баллы прошлых лет. Эта информация, в принципе, больше нигде не видел, только руками ее надо собирать, читать. Это важно, потому что проходной балл каждый год скачет, и проходной балл вашего года, опять-таки, вы узнаете только тогда, когда уже все поступят. Помимо этого, есть еще возможность вбить свои результаты ЕГЭ и оценить свои шансы на поступление. Давайте посмотрим, как это работает. Вот я открываю приложение ВУЗлайна, ввел уже какие-то баллы ЕГЭ, и в том числе можно указать там ГТО, либо олимпиады, которые у вас есть, какие-то льготы. И вижу вузы, в которые я могу попробовать подать своими предметами, например, высшая школа экономики. У меня есть проходной балл прошлого года, у меня есть средний балл прошлого года, количество бюджетных мест и вероятность поступить с моими баллами. То же самое, например, для информатики и вычислительной техники в высшей школе экономики. Соответственно, тут уже баллы повыше, и что-то везде дальше я уже вижу, что вероятность пройти у меня крайне низкая, потому что баллы там проходные очень высокие. Соответственно, такое приложение может позволить вам лучше понять, куда разложить свои документы, какие 5 вузов выбрать для того, чтобы разложить свои документы, из которых вы потом уже к 3 августа будете выбирать тот один единственный вуз, в который вы собираетесь поступать. Приложение доступно и для iOS, и для Android. Катя сама лично собирала некоторую информацию и контролирует, чтобы здесь вся информация была указана правильно. Так что очень рекомендую. Скачиваем по ссылочкам в описании. Ну а мы с вами разбираемся, что там с поступлением этого года. Тут надо немножко погрузиться в контекст, понять, что у нас 2 года подряд мы вообще не вспоминали о такой сущности, как оригинал документа об образовании. Но я для краткости мысли буду говорить аттестат. Значит, у нас 2 года подряд главным документом, по которому зачисляли всех школьников, это было заявление о согласии на зачисление. Да? То есть это абсолютно разные вещи. Оригинал – это то, что подтверждает наличие у абитуриента определенного уровня образования, да, то есть что он там не 9 классов закончил, а именно вот 11, он может поступать. Да. А согласие о зачислении – это то, что фиксирует внутри вуза, ну так скажем, последнее желание абитуриента, куда он хочет быть зачисленным. Да? Или, наверное, последнюю волю. Не очень хорошо выразилось, да? Последнюю волю перед сессией.
В общем, согласие – это то, что фиксирует окончательно выбор абитуриента из всего того, куда он подал документы, все-таки на какой один конкретно взятый конкурс он хочет быть зачислен. Вот для этого нужно согласие, потому что, естественно, в оригинале этого не написано. Да? То есть вы просто относите оригинал в ВУЗ, там не написано, вы хотите на химию поступать, на физику там, ну и так далее. Да? Вот. И два года этого не требовалось, все поступали по галочкам. И, в общем-то, мы с тобой снимали всякие ролики, петиции, к нам приезжали там всякие репортеры и так далее. В общем-то, подняли небольшой типа шум. И все-таки, наверное, кто-то что-то понял по поводу того, что ну, это не есть хорошо, когда у нас вот эти самые согласия. В общем-то, люди бездумно ставят галочки, куда только можно их поставить. И в итоге у нас потом всплывают всякие двойные, тройные и так далее зачисления. И более того, самое, наверное, обидно то, что этим людям, которые понаставили кучу галочек, в итоге не всем, ну так скажем, не для всех из них было в итоге какое-то наказание за то, что они это сделали. Да? Хотя у нас формально, ну там условно формально в федеральном законе об образовании есть про это там некое наказание, но применяет ли его кто-то на практике, это очень большой вопрос. Да? И то есть вроде бы как бы обидно, как бы правила игры для всех одинаковые, но кто-то хочет там считать себя умнее всех и ставит по несколько галочек. Так вот, в этом году, значит, с ноября месяца, когда у нас были введены поправки в порядок приема, там вот это все убрали, что вообще возможности подачи каких-либо вот этих дистанционных штук, ну, мы сейчас именно про оригинал говорим, не про согласие. Согласие это так и можно было подавать дистанционно, и написали прям четко, оригинал документа в образовании. А оригинал никаких других трактовок не имеет, как бы оригинал это вот физический документ, который надо привести. Да? И мы, в общем-то, с ноября месяца до вот буквально июня всем говорили, что ребята, оригинал, потому что ничего другого в порядке приема не написано, и хоть наш министр образования где-то начиная с февраля месяца, примерно реально с февраля месяца, постоянно на каких-то конференциях говорил, что вот, все можно будет подать дистанционно, но как только к нам приходили какие-то ребята и говорили, ну вот, там же Фальков сказал, что дистанционно, мы говорим, а покажите, где это написано в каком-то законе. Нигде это не было написано, и поэтому мы говорили, что мало ли что он там сказал, мы как бы все-таки на законы опираемся, и вузы свои правила приема строить на основании законодательства, а не того, что Фальков говорит на конференции. Да? Поэтому вот мы как бы жили с мыслью, что был у нас оригинал. Но при этом, конечно, нельзя было не принимать во внимание все то, что вот это говорит, и какая-то мысль все-таки где-то закладывалась, что ну что-то, наверное, будет все-таки с вот этой вот штукой. Поскольку изменение именно в порядок приема на тот момент, когда он уже начал об этом говорить, уже нельзя было вносить, они бы просто не успели бы вступить все в силу, там достаточно большой срок надо, чтобы для этого прошло. Поэтому мы ждали какого-то положения, распоряжения на уровне выше, чем министерство. А это, соответственно, следующий уровень, это у нас правительство Российской Федерации. И вот мы дождались вот этого положения правительства Российской Федерации, которое уже у нас подписал премьер-министр, да, по-моему, его именно Мишустин подписал. И, в общем-то, из всего этого положения на самом деле там важны только пункты, начиная с 20-го. Ну, перед этим там, в общем-то, такая, знаете, описана мишура, которая, ну, абитуриентам это можно не читать, можно сразу к 20-му пункту переходить. В общем-то, что там написано? Понятие оригинала, оно с нами остается, и оно есть в нашей голове. Вот давайте мы этот примем так. Да? Но при этом мы теперь должны понимать, что у нас есть оригинал физический, вот как документ, который можно привести, то есть то, что выдают в школе, вот эта вот корочка и вкладыш внутри. Да? И есть при этом цифровой оригинал. Цифровой оригинал – это то, что загружает образовательная организация в единую федеральную там, информационную систему. Я сейчас не скажу точно, как она называется, это абитуриентам и не важно на самом деле. Просто есть некая система, куда школы, там, колледжи, гимназии, лицеи, неважно, как это будет называться, вот они туда должны загрузить вот эту информацию о том, что вам на территории Российской Федерации был выдан вот этот вот оригинал. Но попадает это потом на госуслуги, такая, да, можно сказать? Да, да, да. То есть это все как бы в единой системе, это все функционирует. Понятно, что ни у абитуриентов, ни у их родителей доступа к этому быть не может. Это вот образовательные организации вот этим всем занимаются. Да? Они, значит, это все передают. В этом положении правительства сказано, что у нас теперь зачисление происходит или на основании физического================ently==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 
классического оригинала. Он у нас появляется опять на сцене, да, что мы вот 2 года про него забыли, и тут вот он все-таки опять появляется. Способы его подачи такие же, как были, так и остались. То есть можно ножками прийти, можно по почте отправить. Ну, почта – это в широком смысле. То есть можно там курьерские службы использовать, не типа только Почта России. Да, то есть любые здесь варианты возможны. Или теперь, что наконец-то подтвердилось, да, или подать цифровую вот эту копию только через сайт госуслуг. И здесь первое важное уточнение – сайт госуслуг – это сайт госуслуг, который для всей России. Это не МОСРУ, не там вот этот, который там, знаете, там для Питера, там, ну, для разных регионов, в общем, есть свои какие-то местные госуслуги. Не вот этот вот сайт, а госуслуги.ру. Вот единый сайт, который для всех жителей страны. И важное сразу уточнение, которое пошло там буквально сразу там по всем чатам, да, что делать с личным кабинетом вуза? Мы 2 года условно поступали по этим личным кабинетам. Понятно, что там кто-то поступал через госуслуги, но, как показала практика, не так много было абитуриентов, которые этим пользовались, да, и все как-то вот уже привыкли, что вот есть, то есть есть личные кабинеты, можно было там что-то как-то с ними взаимодействовать. Что делать с ними? Можно ли через них будет подать вот этот самый цифровой оригинал, в общем-то, не вставая с дивана? В положении четко написано, да, в этом самом положении правительства, что у нас есть способы подачи цифрового оригинала только один. Это единый портал государственных услуг. Все. Поэтому никаких обсуждений про личный кабинет и как через него подать оригинал аттестата быть не может. Это невозможно. И это не предусмотрено положением правительства Российской Федерации. Вот. Отсюда сразу встает вопрос, зачем тогда нужен будет личный кабинет, потому что, ну, очевидно, у всех вузов он уже есть, как бы уже за 2 года там уже можно было что-то разработать, да, а зачем он тогда будет нужен? Тут можно ответить таким образом. Через личные кабинеты вуза можно будет подавать копии документов без ограничений, то есть, понятно, это будет возможно, но потом вы ставите себе мысль, да, что если я подаю через личный кабинет вуза эти копии, значит, потом я ножками или почтой привожу туда оригинал в этот самый день, 3 августа, ну, если мы говорим про основной этап. Да. А если мы подаем все через госуслуги, то мы можем не привозить ножками оригинал и открыть там, условно, 5 разных вот этих вкладок, да, и в 5 разных городов страны поступать. Вот. А другой момент, зачем еще может понадобиться, например, вот этот личный кабинет вуза, это для тех, кто поступает изначально, я бы так сказала, изначально предусматривает для себя поступление на места с оплатой стоимости, ну, то есть там он выбрал себе какую-то специальность, на которую, в принципе, нет бюджетных мест, да, то вполне для этой штуки можно сразу идти в личный кабинет вуза, заключать договор и, в общем-то, там поступать. Почему? Потому что нам с тобой на стриме и много раз где спрашивали вот эти вот госуслуги. Кто там должен иметь аккаунт? Родитель или ребенок? И мы всегда отвечали, 100% случаев, это без обсуждений, должен все действия проводить только ребенок со своего аккаунта, даже если ему нет 18 лет. Но при этом при заключении договора ребенку, которому нет 18 лет, это должно совершаться в присутствии его законного представителя. И, в общем-то, как правило, это самый логичный способ, чтобы плательщиком этого обучения был родитель. Да, потому что тогда можно там налоговый вычет оформить, ну и так далее, и так далее. Каким образом информация об этом родителе будет подгружаться в этот личный кабинет на сайте ЕПГУ для оформления договора на платное обучение, поверь мне, на данный момент никто не знает, потому что 20 дней осталось до приема, вузы только начали тестировать эту штуку. Успеют ли они ее подкрутить? Тоже никто не знает. Поэтому мой настоятельный вам совет. Если вы куда-то поступаете сразу на платной основе, идите в личный кабинет вуза и на госуслуги вообще не заходите. Или просто сразу туда приезжайте и заключайте договор очно. Вот. А что касается бюджета, то тут надо очень хорошо понимать. Да? То есть или мы куда-то приходим ножками, да, и в итоге относим оригинал, или мы делаем это через единый портал государственных услуг. И тут есть очень большая особенность. Сразу нам уже начали писать такие вопросы по поводу того, значит, а что будет, если я в один вуз отнесу физический оригинал,
а потом зайду на сайт госуслуг и в другом вузе поставлю вот эту самую галочку. Ну, она официально называется отметка. Отметка она называется, поэтому давайте такую будет терминологию использовать. Отметку поставлю на сайте госуслуг. Так вот, в этом положении для таких самых умных людей, в кавычках, сразу написано, что физический оригинал перекрывает все остальные для конкретного абитуриента. То есть если вы куда-то положили свой физический оригинал, вы никакую отметку на ЕПГУ никуда уже не поставите. Это не будет работать. Поэтому это положение, ну, грубо говоря, защищает таким образом вот эти вот двойные самые зачисления. Да? Естественно, если вы подаете только через единый портал государственных услуг, да, то вы можете поставить, и система вам это даст сделать только в одном конкретном вузе, вы не сможете это сделать в нескольких вузах. То есть это, ну, изначально там так заложено. Второй вопрос, который тоже нам уже задают, будет ли иметь какой-то больший вес физический оригинал, нежели чем цифровой в отдельно взятом конкурсном списке? Да? Отвечаем, нет, не будет. То есть это не важно, что физический, что цифровой, это одно и то же для вуза. Да? Но при этом для конкретно взятого абитуриента физический оригинал перекрывает условно все его вот эти вот отметки, которые он там захочет поставить. Поэтому если вы... Например, рассматривайте для себя такой вариант, что я один оригинал куда-то там, допустим, в своем там, не знаю, там, городе оставлю, а через ЕПГУ попробую поступать на там какие-то другие города, да, то у вас так не получится, потому что вот этот физический оригинал не даст вам поставить куда-то отметки, да, на этом сайте ЕПГУ. И вы не можете позвонить в ВУЗ, где у вас лежит физический оригинал, и сказать: ребята, отзовите мой типа оригинал, не учитывайте его. Да? Вы должны физически туда приехать и по своему заявлению, которое вы сами пишете, отозвать этот самый оригинал. Или это по доверенности еще можно сделать. Да? Но это кто-то должен прийти и сделать. ВУЗ не может такое сказать: а, ну, грубо говоря, мы закроем глаза на то, что у вас тут лежит оригинал, положим его там в другую коробочку. Это так не работает, так невозможно сделать, нет такой процедуры. Да, типа закрыть глаза. Есть четко установленные правила, что ВУЗ должен отчитаться перед вот этой единой системой, что физический оригинал абитуриента лежит у него в ВУЗе. Все, это значит, он передает эти информации вот в ЕПГУ. Неважно, есть вы в ЕПГУ, нет вы в ЕПГУ, он туда передает эту информацию, и все остальные, те, кто смотрит за списками на сайте ЕПГУ, будут видеть, что у этого абитуриента лежит там оригинал. Неважно, физически он или цифровой. Вот. Получается вот такая ситуация с этими оригиналами в этом году. Поэтому нужно четко для себя решить, каким образом я буду подавать оригинал. И тут, конечно, возникает вопрос, не ляжет ли 3 августа единый портал государственных услуг от всего этого. Я даже в твоем уже чате, там люди высказывали свои мнения по поводу того, что... Типа, если на него зайдет 3,5 человека, он уже есть вероятность, что ляжет, и как бы никто никуда не поступит. Но я отношусь к этому так, что типа, посмотрим, я не знаю, будет ли он работать. Потому что вы должны понимать, что да, он работал в прошлом году, но, во-первых, там, насколько я правильно помню, было достаточно ограниченное число вузов, то есть там, возможно, были не все. В этом году нам обещают точно 100% все государственные вузы, все частные, ну там, частные, негосударственные по желанию, хотят делают, хотят не делают, государственные обязаны. Насколько вузы сами в этом разберутся, другой вопрос, да. Опять же, там есть такое, как вам сказать, желание такое прописано, что, значит, чуть ли не до 1 минуты, значит, времени должно проходить с того момента, как человек нажал свою вот эту вот галочку «подать отметку», до того момента, как ВУЗ это должен все обработать и передать, в общем-то, везде информацию по всех остальных своих там списках, чтобы вот этот вот человек подал отметку. Опять же, пообщавшись с сотрудниками приемок, мне сказали, что, Катя, не надо смотреть на эту 1 минуту, это абсолютно нереалистичное ожидание, никогда такого не будет, потому что, грубо говоря, как они мне сами сказали, ЕПГУ просто не позволяет физически так быстро обрабатывать информацию. То есть там написан такой промежуток от 1 минуты до, по-моему, там 5 часов. Вот там такой диапазон на это все заложен. То есть, грубо говоря, в худшем случае ваша отметка появится в списках через 5 часов только. На ЕПГУ нет каких-то своих списков, что ты там поставил галочку, и в режиме реального времени все те, кто тусят на ЕПГУ, они видят, что галочка поставлена. Я не знаю, потому что у меня
том году не было ни одного живого человека, кто через ЕПГУ просто подавал документы. Поэтому я не отвечу сейчас на этот вопрос. Но, в общем-то, я тебе говорю, пообщавшись с сотрудниками приемок, они сказали, что, ну, в общем, реалистичные ожидания – это примерно от там, получаса до 3 часов где-то обработки. Ну вот нескольких там сразу вот этих поданных галочек. 1 минута – это фантазии. Вот не надо думать, что через 1 минуту все там станет ясно, прозрачно. И, в общем-то, все, что с этим связано. Это нереалистично абсолютно. То есть эту задержку надо закладывать, когда ты принимаешь какие-то решения. Да, да, да. То есть когда вы подаете типа в 17:59, ну, формально я бы вам, во-первых, сразу бы порекомендовала это где-то зафиксировать какими-то скринами, что именно это 17:59. Это уже не 18:01, да, это 17:59. Вот. И присутствие нотариуса. Да-да. Под видео. Вот. Но, в общем-то, есть вероятность, да, что, ну, вот, сам сервис закладывает, что до 5 часов может идти обработка вот этого самого, вот этой самой отметки. А, так, ну смотри, с другой стороны, понятно, что ручками оно как-то надежнее. Мы приходим, мы точно отдали в 17:59 аттестат, и у нас точно его примут в 17:59, mm-hmm. и mm-hmm. точно его обработают, как только мы его туда положили. Никто нам потом не скажет, что, извините, мы долго обрабатывали, и поэтому вы как бы не проходите. Но, хотя может быть и такое, да, то есть смотри, приходим мы в 17:59. Ну, формально, да, ВУЗ может сказать, что типа там 17:59, да? Вот этот оригинал не оказался на моем рабочем столе, там типа до 18:00, сейчас 18:00. Не-не-не, он может другой сказать. Ну, давай, типа, условно говоря, не 17:59, да, так, 16:30, приходим мы в ВУЗ, 16:30. Mm-hmm. Это очередь, 17... всего МГУ. За полчаса приходим мы в ВУЗ, подаем оригинал, а нам потом говорят, вот вы подали оригинал в 17:30, но мы к утру обработали госуслуги, и оказалось, что до вас, да, что до вас да. еще наподавали, и поэтому хоть вы и подали, но еще до вас наподавали через госуслуги, а то, еще, что они наподавали, мы обработали только к утру, и поэтому вы уже типа не проходите. Может быть такое? Да. Это вполне может быть. И при этом ты еще не забываешь, что те, кто лично пришли, а еще будет стопочка, ну, то есть может быть небольшая, но еще будет все-таки стопочка те, кто почты пришлет, свои вот эти отправления там или курьерскими службами. Это как бы никто не отменял эту подачу. То есть понятно, что она может быть не такая популярная будет в этом году, но формально ВУЗы и это все должны тоже успеть обработать. Да? И они скажут, вот у нас стопочка ЕПГУ, вот у нас стопочка личных, вот у нас стопочка почты, и вот это вот все надо привести в единые какие-то все-таки списки. Да, поэтому, то есть, когда вы принимаете решение в 17:59, вы должны все-таки понимать, что вы не полную картину видите того, что на самом деле происходит. Поэтому те, кто ориентируется на проходные баллы, не надо на них ориентироваться и смотреть, что там было в том году. Кать, смотри, но все-таки я так понимаю, что человек, который подает через госуслуги, он имеет гораздо больше возможностей при условии, что госуслуги не лягут. Ну, при условии, что не лягут, наверное, да, да, я бы сказала так, что у него больше мобильности в принятии решений, да, то есть ему не надо там с этим оригиналом носиться там по городу, там какие-то, не знаю, там пробки, не пробки, там метро, не метро, вот это все, да, то есть он, ну, просто сидя на диване может переставлять вот эти вот самые отметки. Ну, вообще у нас будет, наверное, примерно такой же сумасшедший дом, который был у нас в последние минуты прошлого года, когда у нас уже была одна волна полностью онлайн-подачи, и вузы успевали обработать все это только к утру, и совершенно спокойно там люди вылетали из списков в последние 5 минут или даже там на утро следующего дня. Ну, да, то есть тут смотри, во-первых, надо понимать, что по порядку приема вуза у нас, в принципе, вуз обязан на следующий учебный день, то есть не учебный день, на следующий рабочий день после завершения приема согласий обновить списки и внести туда это все. И когда в прошлом году написали, а почему ВУЗ после там, ну я сейчас не помню, там какая дата была последняя, да, типа почему ВУЗ еще на следующий день обновляет списки, откуда тут взялись новые согласия, это его обязанность была это сделать. Да? А то, что там вы уже не прошли к этому моменту, ну вот, значит, ситуация так сложилась, и вы не очень, значит, хорошо свои шансы оценили, не оценили также конкурентов, да, которые сюда хотели тоже поступать на это направление подготовки.
И получается, люди, которые в ситуации той же, прям вот, мне кажется, в тот год был самый такой истеричный, ужасный, нервный, и самая большая путаница была в последние минуты из-за того, что была одна волна плюс полностью онлайн-подача, да, и люди, которые в этой ситуации будут подавать очно, они, ну, как-то кажется, что они только себе хуже делают. То есть люди-то, которые онлайн там, да, с большой мобильностью, вылетают, потому что не успевают переложить свое согласие, да, или не успевают оценить свои шансы. А люди, которые подают очно, кажется, что они в этой и так ужасной какой-то ситуации, и так в ситуации абсолютно неопределенности усугубляют свое положение. Единственное, от чего они страхуются, это то, что что-то не зависнет, да. Ну, условно, да. Ну, то есть я не буду никого там отговаривать или, наоборот, советовать какой-то способ подачи документов. Я думаю, что тут каждый абитуриент должен сам выбирать, что ему больше нравится. Но то, что ты описал, это имеет место быть. Да, то есть, ну, давай так. Давай так, я знаю, что у тебя есть сестра, за которую ты очень переживаешь. Вот давай представим, что твоя сестра поступает там не через несколько лет. А она еще только в 9 классе. Слушай, судя по тенденции, когда твоя сестра будет поступать, все настолько будет прекрасно вообще с поступлением. Я вот так смотрю на последнюю тенденцию, да, и наши ребята, которые нас смотрят, тоже смотрят. Я думаю, что когда твоя сестра будет поступать, все будет еще лучше. Скажи, пожалуйста, ну давай представим, что твоя сестра поступает. Твоя сестра поступает в Москве, у нее есть 5 вузов в Москве, живет она тоже в Москве. У нас вообще нет 5 вузов, на самом деле. Ну да, давай. Ну, допустим, или ты там поступаешь в этом году, у тебя есть 5 вузов, все в Москве, ты везде можешь доехать за там в пределах часа-двух там на метро или на такси. Ты как несешь в такой ситуации как подаешь свои документы? Потому что на этом этапе уже нужно принять решение, правильно? Никогда мы подаем оригинал. Мы должны вот сейчас с нынешней, грубо говоря, даты и до 25 июля подать документы определенным образом. Это уже нас привяжет к тому, как мы будем потом подавать свой оригинал. Ну, как ты в такой ситуации сделала бы сама, либо посоветовала бы человеку, там, родственнику? Какие каверзные вопросы ты задаешь? Но смотри, я единственное, что уточню, что в положении правительства не написано, что обязательно тем же самым методом надо подавать оригинал, но я бы советовала, вот ровно так, как ты сказал, не путать приемную комиссию, и если вы вот все подавали лично, вот и подавайте оригинал лично, да, или если вы, наоборот, все подавали через ЕПГУ, и подавайте отметку тоже вот через, ну, ЕПГУ, ее, в принципе, невозможно другим способом подать, только через ЕПГУ. В общем-то, наверное, я бы все-таки, знаешь, попробовала бы через ЕПГУ поступать. Мне кажется, это как-то поинтереснее. Но я бы точно бы ориентировалась, у меня бы там, знаешь, все варианты были бы за год вперед просчитаны по баллам. Ну и все такое, я там, в принципе, я уже какими-то там расчетами занимаюсь. Я потом, кстати, я думаю, что в этом месяце я на твой сайт вторую часть статьи выложу про то, как я для нее формирую эту образовательную траекторию. Вот, поэтому я там, может быть, покажу свои эти все расчеты. Но, наверное, я бы через ЕПГУ попробовала. Мне кажется, что можно за этим понаблюдать, потому что оригинал все-таки, не знаю, типа, да, это надежно, все такое, но просто вот из-за того, что ты теряешь вот эту мобильность, но тут опять же, смотри, надо понимать, насколько у тебя запас по баллам, да, то есть если ты там, ну, условно, 10 из 11, ну, я бы вот оригинал бы уже не повезла бы куда-то, это я бы точно подавала бы через ЕПГУ, да, а если ты там, типа, 1 из 10, ну, если тебе это реально не очень там, типа, далеко от дома и все такое, ну, можно, наверное, оригинал съездить, предоставить. То есть я бы вот, ну, по конкурсу вот так бы смотрела. Ну, вот, ну, наверное, все-таки я бы ЕПГУ бы выбрала сама. Подожди, я что-то, наверное, недопонял. Если мы подаем до 25 июля документы через сайт вуза, мы все равно можем потом через ЕПГУ подать отметку? Через ЕПГУ, да, можно подать отметку. Не через сайт вуза. Можно. Кстати, более того, я тебе сейчас, знаешь, что скажу? Ну, опять же, там, пообщавшись с представителями приемок, я сейчас, ну, не буду там прям полностью тут разговор переносить. Ну, в общем-то, посыл такой, что если вы позвоните в ВУЗ, вам скажут, что не пользуйтесь ЕПГУ, это настолько непроверенная штука и все такое. И я такая сначала подумала, ну, может быть, это такие, знаешь, разговоры типа на уровне между собой, но я вчера, когда для приложения, для нашего прекрасного приложения, обновляла, значит, стоимость обучения,
На сайте одного вуза, я, с вашего позволения, не буду говорить, что это за вуз, но это московский вуз, государственный московский вуз, там это прям прямым текстом написано, типа, не подавайте через ЕПГУ, подавайте через наш личный кабинет. Я такая, в смысле? Я такая, почему здесь нет дальше приписочки, подавайте через наш личный кабинет, а потом ножками привозите оригинал. Там этого не написано, просто типа, подавайте через наш личный кабинет, ЕПГУ такой нестабильный. Я такая, как интересно вы строите свои тут коммуникации с абитуриентами. Это было смешно, правда. То есть это независимые вещи, и как бы ты ни подавал документы, ты можешь... после ЕПГУ привести оригинал ногами, после ногами поданных заявлений подать галочку на ЕПГУ, после документов, поданных через личный кабинет, подать галочку на ЕПГУ и так далее, правильно? Ну, да, но я бы просто советовал бы вот таким не заниматься. Этим заниматься. Смысла там мало. Ну, потому что, да, вы как бы просто для вуза делаете лишнюю работу по поводу того, чтобы не, они не ваши отметки там перечитывали, да, а вот это сверяли, что вы там туда подали, сюда подали. Ну, то есть увеличиваете работу людям, которые лучше бы их фокус внимания немножко на другие вещи сфокусировать, да, то есть там лучше пусть они там с какой-нибудь спецкотой сидят, разбираются, есть у них там абитуриент или нет, и как их куда там зачислять, чем вот эти вот выявлять там ваши галочки, не галочки. Вот, поэтому вот, вот с этой точки зрения, да. Вот так. Кто-то еще тоже спрашивал по поводу, нужна ли какая-то будет подпись, вот эта квалифицированная там, или это ничего не нужно. Не надо просто там аккаунт на вот этом ЕПГУ. Я, правда, не скажу сейчас, какой там степени подтверждения он должен иметь, ну, потому что там, знаешь, есть вот эти там супер какой-то подтвержденный, там не супер подтвержденный. Вот, но этого достаточно. Никаких подписей идти и делать вот эти токены не надо. Не надо на это тратить деньги. Кать, ну в целом твоя оценка как бы лучше стала, хуже для простого смертного? Для простого стало лучше, что можно как бы не вставая с дивана поступить, и не надо там ехать, оригинал, вот это там деньги тратить, там билеты какие-то покупать, потому что мне тоже там писали родители, на какие дни нам планировать отпуск, мы уже там покупаем билеты, вот это все. Я говорю, ребята, вы должны понимать, да, горизонт планирования у нашего Министерства науки и высшего образования, он примерно типа неделя-месяц, да, они так далеко не планируют, что там будет, ну, то есть, когда мне там писали, типа, ну, там, условно, в январе мне бы там кто-нибудь написал, типа, вот такой бы задал вопрос, да, я говорю, ребят, скорее всего, примут там какие-то или особенности, или вот это вот электронные, поэтому подождите, они такие, ну, сколько нам еще ждать, я говорю, вот... К маю месяцу мы, дай бог, это узнаем. Я говорю, ребята, узнали к июню. Да, узнали к июню. Типа, люди вообще не торопятся. Вы понимаете, что им там какие-то ваши билеты, какие-то даты, их это вообще не волнует. Вот у них июнь наступил, они такие, а, ну типа через 20 дней прием начинается. Ну, наверное, пора. Пора вот что-то вообще принять новое сегодня. Ну, тут, видишь, через правительство шло, может быть, из-за этого задержка такая. Ну, не знаю. Ну, ты имеешь в виду, стало лучше по сравнению с той реальностью, к которой мы готовились, да, когда мы ногами в любом случае везем оригинал, да, и не можем поступать в разные города. Да. А если сравнить с прошлым годом, что бы ты, как бы ты сравнила с тем, как мы поступали в том году? Ну, с прошлым годом, мне кажется, стало хуже тем, что у нас теперь 30 июля непонятно, сколько будет мест на общий конкурс. Ты имеешь в виду эту специальную квоту, да, о которой мы расскажем в следующем ролике. Но это типа это намного хуже, потому что это, ну, ты, если мы всегда это говорили, что типа 30 июля, там, я не знаю, там в куче там всяких переписок, чатах это можно найти, да, типа 30 июля все станет известно. Теперь мы такие, не станет известно. Типа, а когда станет известно, мы сами не знаем. Вот так мы и поступаем в этом году. Спасибо большое, что посмотрели. Будем оставаться на связи. Подписывайтесь на мой канал Telegram, подписывайтесь на YouTube. Будем разбираться, как будет меняться ситуация, будем анализировать, напоминать, как устроено поступление, помогать с вашими вопросами. Я думаю, что скоро получится сделать и стрим, где вместе с Катей поотвечать на ваши вопросы. Всем пока!